Надежда на выздоровление. 4-летнюю Асию Султанову, получившую ожоги 70% кожи, отправили на лечение в США. Радостной новостью поделился отец маленькой карагандинки. Поэтому такие смешанные чувства переполняют и разлука, и надежда. Ну, я надеюсь, что все хорошо будет, что наш ребенок будет. Кайрбек Абдрисов сегодня отвез супругу и маленькую Асию в аэропорт. Ранним утром родные улетели в Москву, а оттуда в Лос-Анджелес на долгожданное лечение. Почти год прошел с тех пор, как 4-летняя Асия Султанова из-за детской шалости получила ожоги 70% тела. А в начале августа родители малышки получили вызов из США. Асие, которой срочно необходимы дорогостоящие операции, пообещал помочь американский фонд, который поддерживает выживших после ожогов детей. И вот как раз наш ребенок подпадает под такую вот ихнюю, вот, как сказать, правильно выразиться, вот, ну, у нас категорию, да, категорию детей, которых они готовы оказать помощь в лечении ребенка. И вот с этой связи мы где-то еще 3 месяца назад обращались к ним за помощью тоже. Отправляли выписки, фотографии, хотя, честно говоря, мы не надеялись так сильно, что они нам помогут. Но, тем не менее, они очень серьезно, ответственно отнеслись к этому вопросу, нашей проблеме. Тамошние врачи-комбустиологи пока прогнозы не дают. Лечение маленькой Асии будет проходить от 6 до 12 месяцев. За это время девочки сделают ряд реконструктивных хирургических операций. При этом расходы на лечение полностью берет на себя фонд. Стоит это очень дорого, очень больших денег. Но американцы, вот их фонд, они нам оказывают помощь в лечении ребенка. Именно оплачивают лечение ребенка. Да. Нужно сказать, что с момента трагедии семья не осталась один на один со своей проблемой. На призывы о помощи откликнулись сотни казахстанцев. Сумма, которую удалось собрать благодаря неравнодушным гражданам, будет потрачена на проживание маленькой Асии и ее мамы в Америке во время лечения. Между тем, сейчас даже голос отца Асии звучит увереннее, а взгляд впервые за столько месяцев выражает надежду и оптимизм. Мы переполнены надеждой, что наш ребенок выздоровеет и станет нормальным, полноценным ребенком, и будет расти, пойдет в школу и все такое. Ирина Камышова, Толеген Рашитов, Алексей Спиридонов, Первый Карагандинский.